Владивосток, 17 сентября 2021 года. Центральная площадь. Кинотеатр Уссури. Thank you.
Старый дворик ГУМа. Сегодня здесь проходит яркий маркет. Арт-маркет, на котором разные мастера продают то, что сделали своими руками. Ну, что-то маленький маркет сегодня такой. Вот такой вот старый дворик ГУМа. Раньше, как я понимаю, эта территория была закрыта и принадлежала, ну, ГУМу. Здесь проходят разные мероприятия, здесь кафешки, магазинчики всякие разные. Вот. Ну вот вход в ГУМ. Автомобильный город Владивосток, он не для пешеходов. Даль рептус.
Во Владивостоке не холодно, но люди уже одевают куртки. Морячок вернулся с плавания. У него там виниловые пластинки в руках. Стоит, ловит такси. Небо сегодня интересное. А вот в этом здании музей пограничных войск, если я не ошибаюсь. Какие-то работы проводятся. Отбойный молоток работает. Стритфуд. Стритфуд.
Тоже мастера продают свои поделки, так скажем, то, что сделали своими руками. Оп. Бежим, бежим, бежим через дорогу, бежим, бежим через дорогу.
Какая интересная машина стоит. Мотоцикл. И вот она красота. И вот она красота, посмотрите. Красота.